Уроки по бизнесу – это что за уроки? Ну, у них уже есть в первом классе финансовая грамотность. Нравится эта школа? Да. Да? Очень. А чем нравится эта школа? Она очень лучшая, и нас никогда не ругают. А вы что будете продавать? Мясо. Мясо? Картошки. Помидоры. Мы даем гранты на лучшие проекты. Нету такого, что пятерки здесь стоят просто так. Ты уже, значит, в рамках школы продаешь свои изделия, да? Да. Слушайте, для бизнеса это тоже хороший пиар. Я им говорю, вы, их же, так сказать, будущие клиенты растут в этих школах. А зарплаты хорошие платят? Родители в школе больше всего следят именно за питанием. У нас цена в месяц 85 тысяч тенге. И можно сказать, что вы были на грани жизни и смерти. Слетела с трассы, перевернулась и была полностью парализована. Друзья, мы находимся в городе Актобе, в бизнес-школе Казгю. Рядом со мной основательница школы Надежда Коробко. Но вы не подумайте, что это школа для взрослых, это школа для детей. Это школа для детей. С 1 по 11 класс, школа полного дня с бизнес-образованием для детей. Как это классно, у нас в Астане нет такой школы? Нету. У меня сын, знаете, с такой предпринимательской жилкой, учился тоже в частных школах. Но если бы у нас была школа с бизнес-образованием, где обучают именно как там стратегию бизнеса продумывать, да, я бы обязательно отдала бы его. Мы скоро придем в Астану, я так думаю, по моим подсчетам 3-5 лет. Почему именно в Актобе и почему именно бизнес-школа? Не секрет, наша школа совместно с университетом КазГЮ, сейчас это университет имени Нарикбаева Максута Султановича, и это здание принадлежит университету. Здесь был колледж, когда-то был филиал, и среднеспециальное образование как бы перестало пользоваться спросом, и по рекомендации Талгата Максутовича Нарикбаева, он все время говорил: открой школу, открой школу. Ну, не было ни финансовых возможностей, не было, наверное, опыта. Ну, через определенное время все-таки я решилась, и мы открыли. Вы работали же сами в КазГЮ? Да, я 9 лет проработала с Талгатом Максутовичем. Непосредственно у него была заместителем председателя правления. Ушла в 2017 в свободное плавание, изучила, что такое бизнес, начала чуть-чуть пробовать. И вот пришла к тому, что мы открыли школу. Школа огромная, друзья мои. Сколько? 5 этажей, да? 5 этажей. Я сначала подумала, наверное, только первый этаж, потому что здание огромное. 5-этажная, поэтому хочется посмотреть. Давайте посмотрим. Давайте. Надя, сколько у вас школьников учится? На сегодняшний день 500. 500 учеников в городе Актобе и 500 учеников, 560 в городе Кустанай. У нас еще школа в Кустанае. А, еще в Кустанае есть? Да, мы открылись в прошлом году в Кустанае. То есть вы так хотите потихонечку завоевать весь Казахстан, да? Хочу прям. Я смотрю, у вас тут, знаете, такой American style, да? Да, индивидуальные шкафчики. У каждого? У каждого. Закрыты все, да? Да, наши ребята не берут с собой. А нет, открыты. Кто не доверяет, закрывает, так у нас везде камеры. Дети не берут с собой рюкзаки домой, делают домашние задания в школе. А во сколько приходят, во сколько начинаются? С 9 до 6. Слушайте, для родителей это удобно, да? Да, да. Для родителей это спасение, потому что они выполняют здесь домашнее задание, трехразовое питание, 2 урока бизнес-образования и 2 дополнительных английского языка. А вот уроки по бизнесу, это что за уроки? Их проводят бизнес-тренера, то есть люди, которые имеют опыт. Это нестандартная форма. Мы изначально начинали по украинской франшизе. Сейчас мы адаптировали и прописали свою программу. То есть это, ну, мы говорим бизнес. Многие думают, о, это прям бизнесмены будут. Я говорю, нет, там мы даем навыки, которые необходимы сегодняшнему выпускнику в современном быстро меняющемся мире. Да, потому что знания так быстро меняются, обновляются. Я даже вчера хотела заказать одну книгу на Wildberries, потом думаю, что в нее заказывать, уже знания эти уже устарели, да? То есть вы все время их освежаете, обновляете, да? Да, конечно, конечно. Мы обновляем. Бизнес-тренера на каждый урок разрабатывают презентацию. Есть у нас практические тетради. Все, что в тренде, все, что актуально, применяем. Детям нравится? Детям нравится. А сколько у вас педагогов работает? Педагогов у нас, общий штат сотрудников в районе 100, педагогов где-то у нас 50-60. Слушайте, такая симпатичная у вас учительская. Да, мы их называем комната отдыха, потому что у нас в каждом кабинете, есть место, где преподавателю готовятся, там ноутбук, принтер.
А педагогов откуда берете, как набираете? Учитывая, что сейчас очень большая потребность и дефицит среди педагогов, приглашаем. Петров к вам приезжал, да? Да, в прошлом году к нам приезжал Петров, в этом году приедет Кустанай. Приглашаем, проводим собеседования, мотивируем, у нас всякие мотивационные программы, у нас внутренняя своя аттестация, свои категории, за это мы доплачиваем. А зарплаты хорошие платите? Да, сейчас зарплаты очень такие, можно сказать... Сейчас по Казахстану в среднем где-то 500 тысяч, да, получает за педагог? Да, учитель, который имеет хороший стаж, магистратуру, он где-то в районе 500 должен получать. Mm-hmm. Нам получается, чтобы быть конкурентоспособными, платить даже приходится выше. Mm-hmm. Мы еще отличаемся от государственных школ тем, что у нас педагоги, это преподаватели, которые занимаются дисциплиной, у нас есть куратор и тьютор, это те, которые занимаются детьми. Mm-hmm. То есть они не обременены предметами. А сколько у вас в каждом классе детей? 20 учеников. И на каждый класс есть тьютор, да? Тьютор — это в начальном звене, а куратор — это с 5 по 11 класс, который mm-hmm. отвечает просто за детей, за их успеваемость. Куратор — это классный руководитель. Классный руководитель. Да, у нас раньше назывался классный руководитель. Да, но это был учитель математики, которого еще давали в нагрузку. Да. А мы не трогаем предметников. А, то есть классный руководитель, да, — это отдельный. Это чисто человек. Отдельная должность. Mm-hmm. Потому что предметник должен заниматься развитием предмета, готовить ребенка к олимпиаде. А куратор, он занимается успеваемостью ребенка, на связи с родителями. Mm-hmm. То есть это помощник, который выстраивает его расписание. Mm-hmm. То есть основная у вас программа школьная такая, как среднеобразовательная, да? То есть это математика, казахский, русский, английский, то есть как обычно? Да, только у нас больше часов английского, плюс у нас speaking club предусмотрен с носителем языка, и бизнес-образование, два урока дополнительных. Давайте уже посмотрим ваши классы. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте, детишки. Здравствуйте. У вас какой сейчас предмет идет? Букварь. Букварь? Вы уже, наверное, все знаете, да? Читать умеете? Да. Нравится вам эта школа? Да. Да? А чем нравится эта школа? Она очень лучшая, и нас никогда не ругают. Вообще? Да. Никогда? Никогда. Классно. А вам нравится в этой школе? Да. Вы что, хотите быть бизнес-вумен? Да? Какой у вас будет бизнес? Не знаю. Еще не придумали? А вы уже знаете, какой у вас будет бизнес? Нет? А кто знает, у кого какой будет бизнес? Вы же... Давайте. Какой у вас будет бизнес? Дорогой. Дорогой? А что будете делать? Что будете продавать? Браслеты, еще что-нибудь дорогое. А у вас, молодой человек, какой будет бизнес? Я думаю, хочу купить дом с огородом и продавать фрукты. А какой у вас будет бизнес? Я когда вырасту, буду продавать коктейли. Коктейли? И вы поэтому именно эту школу выбрали, да? Да. Да? И как вам нравится? Да, очень. Да, как успехи? Вы уже букву Г уже изучили? Да. Спасибо. Давайте, у вас какой будет бизнес? Я буду продавать торты. Торты? Классно. Слушайте, у вас тут одни бизнесмены. А вы что будете продавать? Мясо. Мясо? Картошки. Помидоры. И огурцы. И огурцы, наверное, да? А вы придумали, каким бизнесом будете заниматься? Я когда вырасту, буду доктором и буду лечить животных. Ой, ну как это здорово. А вы какой бизнес хотите открыть? Я хочу открыть свой бизнес, в котором буду продавать разные украшения. Ювелирные украшения? Да. Дамиани, вот эти, Картье, да? Ну, понятно. У вас в этом году сколько первоклассников? Мы набрали 4 первоклассника. Казахша, орша? Один класс казахский и 3 русских. Я смотрю, уже первоклассники, получается, с самого начала бизнесу обучаются? Да, у них с первого класса идет. Ну, там по программе на первых уроках они знакомятся с профессиями, но у них уже есть в первом классе финансовая грамотность. Финансовая грамотность, она потом повторяется в пятом классе. Ну, естественно, ребенок растет. А родители отдавали своих детей вот в вашу школу, потому что выбирали просто частную школу или же вот прям целенаправленно, чтобы у них было бизнес-образование? Многие, конечно, приходят из-за того, потому что им нравится. Mm-hmm. Нравится сама программа, нравятся те навыки, которые получают дети, видят уже результаты наши, потому что дети выступают с проектами,
Мы даем гранты на лучшие проекты, и кто приходит, большая часть приходит по этому направлению. А что за гранты? У нас есть ребята, мы каждый год проводим конкурс на лучший бизнес-проект. То есть они создают... Среди старшеклассников? Да, это с 8 класса. Они создают бизнес-идею, полностью расписывают, как они ее реализуют. В рамках соглашения с НПП «Атамикен» на площадке «Атамикен» они защищают проекты. И лучшие проекты из Кустаная и Актобе едут в Астану, в университете, защищают перед действующими бизнесменами города Астаны. И в этом году мы выделили грант 500 тысяч тенге лучшему бизнес-проекту. Наша ученица... Здравствуйте. Абира, она учится у нас с основания, как школу мы открыли. Она является... уже действующим бизнесменом. Абира, это ты сама делаешь? Да. Вау, правда? А как ты это делаешь? Чокер ручной работы. Вау. Я использую люкс-фурнитуру, также различные минералы, камни. Классно. А где училась, где обучалась этому? А, меня научила этому мама. Мама, классно. Ты уже, значит, в рамках школы продаешь свои изделия, да? Да, верно. Тебе сколько лет? Мне 14 лет. Слушайте, у вас 14-летние предпринимательницы, да? Абира у нас участвовала в проекте, да, выступала, да. Ездила в столицу. Слушай, классно. А это украшение ты уже где-то покупаешь, видимо, да? Да, это перепродаешь, колечко. Да? Сколько стоит чокер? Смотря какой материал я использую. Вот это, например? Это, например, стоит 3500. Здесь жемчуг майор. 3500 тенге, да? Да. Слушай, а где ты берешь все эти камушки? Я заказываю оптом. И потом мы с них делаем. Ну, себестоимость у тебя вот этого чокера какая? 1500 тенге где-то. 1500 тенге. Да. А ты продаешь за 3500. Угу. Короче, 2000 тенге твоя маржа. Да. Молодец. Надо за 10 сразу продавать. Фая, ты учишься в 9 классе и уже являешься президентом школы КСГЮ. Зачем тебе это нужно в твои 14 лет? Я подала заявку, выиграла своего конкурента. Скорее, это больше... такая вот одна хотелка в жизни, вот хотелось. Быть президентом просто, школы. Ну, просто попробовать, узнать, каково это. На самом деле это очень интересно. Больше меня привлекает организовывать мероприятия в этой школе. Школа дает много, дает такой размах, что можно сделать грандиозное. А ты до этой школы где училась? Я тоже училась в частной школе. Эта разница очень чувствуется. В этой школе все друг друга знают. Вот серьезно. От начальной школы до старшей школы. То есть такой коннект, да, постоянный. Да. Дети коннектят со старшим звеном. А как ты думаешь, за счет чего? За счет того, что у вас коворкинг? Ну, скорее, это просто дети на позитиве. Вот. Мы поколение на позитиве, все хотят общаться друг с другом, это интересно. Находим своих друзей по интересам как раз-таки. Вот. И несмотря на разницу в возрасте, все равно интересно друг с другом. Ты в будущем хочешь заниматься бизнесом? Ну, я пока что не определилась. У меня много мыслей в голове. Но тебе помогает то бизнес-образование, которое ты получаешь вот в этой, да, школе, для того, чтобы, ну, уже как-то понимать, да, куда дальше двигаться? Определенно, очень помогает. Скорее, не зависит от того, какую профессию я выберу, бизнес все равно нужен. Те же самые обучения переговорам. Мы учимся переговорам, общаться с другими людьми. Вот. И вот начало положено уже этому. Если я выберу сферу бизнеса, безусловно, поможет. Если я выберу ту же самую сферу с искусством, все равно контактировать с людьми мне придется. Вы 9 лет проработали в КСГЮ вместе с Талгатом Нарипаевым, были у него заместителем, да, то есть помогали ему выстраивать работу вуза, да. Школа — это совершенно другая сфера? Или все-таки это похоже? Это похоже. Я сама финансист, и начну с того, что финансовая модель, я была заместителем по финансовым вопросам, она такая, как в университете, такая в школе, такая в садике, в принципе. Вы знаете, как зарабатывать, самое главное. Да, да. И мне кажется, это самое главное, когда начинаешь любое дело. Нужно понимать, сколько можно на этом заработать. И сам процесс везде в образовании необходимо качество. Чтобы построить качество образования, это должна быть четкая организация учебного процесса, внутренность, то есть это методическая часть, не забываем про воспитательную, и она есть везде, и в колледже, и в садике, и в школе. Поэтому основы я взяла в университете, но в школе мне классно. В школе мне классно, почему? Потому что все-таки, когда я работала в университете, я работала у Талгата Максутовича. А здесь он мне дал полную свободу. Сейчас, если раньше я была у него в подчинении,
там приходила с информацией, то сейчас я прихожу, он на меня уже смотрит. Как партнер, да? Как партнер, как руководитель. Очень приятно, когда он говорит, это наш топ, это тот руководитель, который сама пошла, сама сделала, сама принесла и сама там что-то ходит и делает. Что сложного, когда ты открываешь школу? Потому что сегодня государство хорошо помогает, да, то есть есть подушевое, да, финансирование на каждого ребенка. И я смотрю, что многие бизнесмены, известные бизнесмены Казахстана, угу, открывают школу. И причем, ну, для них это тоже такой дополнительный бизнес. Угу. А помимо подушевого финансирования, государство еще помогает возмещением затрат на реконструкцию, если это был ремонт здания, и на строительство. Государству это удобно, они закрывают потребность, да, нехватку школ, потому что возмещение происходит в течение 8 лет. А бизнесмену, в принципе, тоже, если у которого есть активы, можно воспользоваться кредитными средствами, здесь тоже, потому что идет приоритетное направление и субсидируемая ставка 8%, плюс еще есть гарантия дому. То есть тут государство все-таки хорошо помогает в направлении образования, поэтому многим бизнесменам этим интересно, я думаю. То, что они не вкладывают в прямом смысле наличные денежные средства, а могут за счет залогового имущества построить школу. Вы открыли школу в Актобе, потому что было здание? Да, начало было, потому что было здание. Мы брали кредит только на ремонт, на оборудование, а в Кустанае мы уже приобретали здание. В Кустанае, насколько я знаю, там конкуренции практически нет, да? Да, там для нас Там голубой океан. А Актобе — это такой красный океан. Да, здесь сложновато, потому что нам приходится конкурировать со школами, которые построили новое здание. Все-таки новое здание и здание... Или построено под школу, да? Да, да. Или здание, которое мы адаптировали, это было профучилище, и сейчас мы сделали школу, нам здесь в этом отношении... Это, наверное, единственный минус. Поэтому вы сделали ставку, будем делать, учить бизнесу, да? Да, будем учить бизнесу. Но я все же понимаю, как родитель, если родителю и ребенку нравится, он будет ездить, независимо от того, это возле дома или где. Главное, чтобы это нравилось и ребенку было комфортно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Анатольевна, наша заведующая. Ирина Анатольевна, что у вас сегодня на обед? Так, ну у нас сегодня на обед суп рисовый. Ну давайте суп попробуем ваш. Питание, это, кстати, Надя, один из таких вот, знаете, щепетильных вопросов у нас в Астане. Родители в школе больше всего следят именно за питанием. Это очень важный вопрос. Это, вы знаете, это так долго обсуждается. Это Ирина Анатольевна может сказать, да? Но да. Мы проводим дни дегустации, приглашаем родителей. И как-то один из родителей мне сказал, ну вы, наверное, к этому дню готовитесь. Да. Я говорю, да нет, приходите в любой день. В любой просто... день родители может прийти, да? Нет, может прийти, но почему мы именно объявляем дни дегустации? Все же на это нужно время провести родителя. Ой, пюре я люблю. Пюре, мясо с овощами у нас. Давайте пюре и сверху чуть-чуть мясо с овощами. Хорошо. Так можно, да? Конечно. У вас как, получается, школьники вот так вот выбирают? Нет, у нас есть ежедневное меню, которое утверждено летнее, весеннее, осеннее, зимнее. И хлебушек, да, можно взять? Да, хлебушек. Слушайте, ну у вас здесь прям вкусненькое, смотрю. Ой, как давно я не ела школьную еду. С огромным удовольствием попробую сейчас. Ну, как бы говорю, без абсолютно, как бы не нахваливая, что это наши, неправда. Я приезжаю, я питаюсь здесь в столовой. А как часто вы меняете меню свое? У нас меню, ну, в рамках требований СС есть зимнее, осеннее и весеннее. То есть вас СС проверяет, да? Да, конечно, мы от требований СС не можем отходить. Поэтому... Какой вкусный супчик. Поэтому, ну, родители приходят, им тоже нравится. То есть родители приходят на дегустацию? Угу. Обязательно. У нас есть программа EduPage, платформа, где вся информация. Там мы обязательно публикуем меню, где родители могут отследить. Все поставщики наши, это обязательно с наличием сертификатов. Ну и потом уже у нас слажено. Готовят блюда здесь? Да. Здесь. Даже во многих школах привозят, увозят. Да, или берут в аренду индивидуальных предпринимателей. Да, да. Такой опыт у меня был, когда мы только открылись. Мы заключили договор и, по-честному говоря, там варили похлебку, и невозможно было. И вот нам среди года пришлось расторгнуть договор, набрать команду. И вот эта команда у нас с основания работает. Здесь у нас
национальный уголок, сделанный коллегами, своими руками, можно так сказать. Коллеги собрали, соорудили, это хозяйственная часть. Кто-то что-то принес из дома. То есть дети могут прийти и здесь на курпешке лечь и спать? Отдыхать, да, не проблема. Во время перемены. А если, скажем, сейчас же так модно, знаете, там, не нарушать личные границы, там, если ребенок пришел, лег и спит, вы его будете будить, там, говорить, так, малыш, вставай? Ну, если надо идти на урок, то, наверное, побеспокоим. Если это время, когда можно отдыхать, он будет отдыхать. Да, ну, просто как бы люди думают, что в частных школах все равно... Строгости поменьше. У вас нет, как? Нет. В отношении качества образования, то есть это в приоритете, у нас нету такого, что пятерки здесь стоят просто так. У вас школа трехязычная или же все-таки вот направление больше русскоязычное? Больше, наверное, в Актобе у нас больше русскоязычная, хотя в самом регионе большая часть школ на казахском языке. Мы, наверное, вот... То есть меньше. Запрос был все-таки на русскоязычную школу, да? Есть запрос, да, небольшой, но есть. Все-таки говорить о... Все у меня спрашивают, когда будет у нас полноценная школа с казахским языком обучения, потому что у нас есть только начальные классы. Я здесь отвечаю так, это правда, что я, наверное, просто еще сама к этому не готова, потому что не уверена в том, что мы столько можем дать специалистов. И потом, если мы говорим о бизнес-образовании, это тоже должен быть соответствующий специалист. Но мы к этому идем. Вот у вас уроки казахского языка сколько раз в неделю? По программе, как положено. Это сколько раз? Три раза. Три раза в неделю, да? А обучение там дамбре у вас, да, есть? Да, это в рамках дополнительного образования, то есть кружки у нас проходят. Дамбра, гитара и укулеле. А вот стоимость обучения какая? Стоимость обучения, ну, конечно, это не Астана, не Алматы, это все-таки регионы. Но мы доступны, мы все-таки, я стремлюсь к тому, что это должно быть не сильно дорого, это все-таки социальный проект. И у нас цена в месяц 85 тысяч тенге, в год 765. Я знаю, что вы в своей жизни сталкивались с разными ситуациями, вы попали в ДТП. И можно сказать, что вы были на грани жизни и смерти. В 2016 году случилось такое событие, когда я приобрела автомобиль. И, наверное, еще, наверное, может, его не обкатала или не знала все ее возможности. В общем, слетела с трассы, перевернулась и была полностью парализована. Благодаря друзьям меня доставили, вовремя успели доставить на санавиации в Астану. И наши врачи, я всегда благодарна, всегда произношу, нейрохирург Алиев Ерлан прооперировал, потому что время шло на часы, заменил мне шейный позвонок 7-й, поставил имплант, восстановил мой спиной мозг. Собрал его, да? Ну, как бы нет, он был ушибленный, а имплант, да, там, либо можно было там лежать сколько-то времени, пока он не срастется, он сделал уникальную операцию. И через 2 недели, в принципе, меня посадили, через 3 недели я научилась по новой ходить. И вот, слава богу, хожу, только бегать не получается. В 2016 году это произошло, да? Да, это было в 2016 году. Угу. И тогда вы пересмотрели свои приоритеты в жизни? Ну, наверное, любая женщина, многие успешные женщины, скажу так, да, добиваются успеха после каких-то испытаний, да, становятся сильнее, как будто... закаляются больше. Но я часто и говорю, наверное, испытания и не достаются всем. Наверное, это потому что есть, и Всевышний, наверное, знает, кому сколько дано. Такое более, наверное, сильное потрясение, после которого я переосмыслила, это, наверное, была потеря мужа. Вот 12 лет как супруга не стала, тоже, когда ты не знаешь, что делать, как. Ну, как-то вот какой-то период времени потеряны. Потому что мы хорошо очень жили, совместно 10 лет прожили, дочери 19 лет. Ну, зона ответственности у женщины всегда присутствует. Ты понимаешь, что нужно растить дочь. И, смотря на все это, некогда думать и сидеть горевать. Приходится вставать и идти работать. Вот. Но после аварии, конечно, когда ты уже стоишь между жизнью и смертью, там на многие вещи... закрываешь глаза и думаешь, какая-то мелочь, о которой ты думал сегодня, завтра ты о ней не подумаешь. Я всегда удивляюсь, когда смотрю на таких хрупких девушек, хрупких женщин, да, вроде бы смотришь, думаешь, ну, она такая маленькая, хрупкая, такая миниатюрная, но при этом она может тащить на себе там огромную армию ответственности, да,
там, сколько зарплат вы платите, сколько детей вы обучаете, да, при этом пережить такие события, как ДТП, да, там несколько месяцев вы были привязаны к кровати. Угу. Это все очень сложно. Откуда столько силы? Откуда столько силы, наверное, я не могу, не знаю, но, наверное, это заложено где-то генетически, нужно понимать, да, сила. Потом это приходит, наверное, из семьи. Мама у меня очень сильный человек, у нее тоже там своя была история в жизни. И глядя на нее, наверное, ты вырастаешь тоже сильным, и потом это у тебя проявляется. Ну и ищешь эту энергию, восполняешь, читаешь, учишься, занимаешься спортом, работаешь с коллегами, от коллег заряжаешься очень. Дети, семья, все это способствует. Дисциплина. Еще большую роль очень играет, конечно, дисциплина. Если ты дисциплинированный, то все это можно выстроить. Вот я думаю, что сейчас нас смотрят зрители, да, и думают, ну, я тоже хотела бы открыть школу. Ну, миллионы казахстанцев хотели бы открыть свою школу. Но не у каждого получается. У вас получилось. Почему? Сильное желание. Желание. Потом я говорю всегда, что это не просто взять и открыть школу. Должно быть, я это называю своей миссией. Миссии участвовать в том, что мы делаем. Мы что мы делаем? Мы воспитываем и обучаем поколение новое. То есть я понимаю, что мы делаем вклад действительно в развитие, наверное, и страны. Может, кто-то скажет, ой, ну прям так. Ну это правда так. Это да, это понятно. Но сам процесс, то есть взять на себя огромное здание, да, огромную ответственность перед партнером, пойти сходить в дому, получить кредит. Это сколько у вас времени заняло? Ну, это еще было в период пандемии. Нам было очень сложно. Я была не одна. Со мной Бахткуль Жаркаган, она сейчас является исполнительным директором. Когда мы всегда с ней вспоминаем историю, когда уже мы пришли к тому, что мы начали ремонт, ну, тут пандемия, все позакрывали. И когда она мне говорила, я хочу с тобой поговорить, может быть, мы, ну, переждем и сделаем это на следующий год. Я говорю, нет, ты что, мы не должны останавливаться, мы сделаем это в этом году. И мы по сей день вспоминаем, смеемся, что действительно... В 2020 году вы запустились? Да, мы в период пандемии, когда школы были закрыты. А сколько у вас детей училось? Разрешали только началку, мы организовывали для начальных классов, делили их по 10 человек, устраивали дежурство. Для других старших классов делали по 3 раза в неделю, то есть всячески, чтобы только не потерять контингент. Ой, у вас здесь сегодня фуршет. Да, сегодня у нас здесь. Как у вас здесь вкусненько. А там что проходит? Кофе-брейк, там у нас идет мероприятие наше. Угу. Идет воркшоп. Прям все серьезно, да? И дети тоже там учатся? Да. То есть для детей тоже проходят, да, конечно, какие-то мероприятия? Да, конечно, это их актовый зал. Классно. То есть это такая зона, где дети могут общаться, книжки читать, готовиться, да, то есть уроки делать. Да. Вот смотрите, у вас школа получается вот общеобразовательная с утра до скольки? До 6 вечера. Уроки заканчиваются, если просто уроки, они где-то заканчиваются в 2, учитывая, что мы не с 8, с 9 работаем. Но у нас еще есть дополнительный, про то, о чем мы говорим, бизнес-урок 2 раза в неделю и дополнительный английский. То есть если у первоклассников вообще не предусмотрено, у нас он есть в первом классе. Если по программе это идет... Это сколько раз в неделю английский дополнительно? Два раза, А шахматы, там, да, это знаю, дополнительное образование секции. Есть у нас. Тоже, да, предусмотрено? Шахматы, хореография, робототехника, рисование, арт-кружок, все это тоже. И бизнес-уроки тоже 2 раза в неделю? Да. То есть это прям приходят тренеры? Да, они которые... наши штатные сотрудники, руководитель департамента, это целый департамент, они внутри школы. Да, а уже, вот, например, ваши старшеклассники какой-то бизнес имеют в рамках школы? Да. Да? Какой? Ну, вот победитель прошлого года конкурса, который получила грант, она занимается выпечкой полезной, безглютеновой, что сейчас очень актуально. То есть будучи школьницей? Будучи школьницей, восьмиклассница, она сегодня на воркшопе будет выступать. Супер. Показывать. Сначала это было ее хобби, они с мамой пекли, потому что это ей нужно было для здоровья. Потом она стала это на заказы реализовывать. Сегодня современная казахстанская школа – это школа без буллинга, да, и за этим сегодня следит и общественность, да, и сама школа должна за этим следить, потому что это очень опасно. И плюс ко всему, да, недавний случай в Алматы показал, что даже в частной школе могут происходить ужасные случаи насилия. Как вы за этим следите?
Мы создаем в школе благоприятную среду, мы даем детям свободу. Создаем мероприятие, атмосферу, обстановку такую, чтобы это не было, не провоцировало. Камеры у вас везде? Камеры у нас везде, да, конечно. И я вот за все время, что мы есть, я не слышала, чтобы у нас были такие случаи, чтобы кто-то где-то кого-то остро там или там родители приходили с претензией. Конечно, бывают, когда новые, вот, например, Кустанай мы открыли, это новые дети с разных школ, разных, да, возрастов там до 10 класса. Были, пока дети притерлись, но благодаря мероприятиям внутри школы, атмосфере, отношения коллег, это все вот отношения вы в столовой. В школе прям каждый день? Ну, учитывая, что сейчас два города, когда мы открылись в Актобе, я не могла, конечно. Я неделю здесь, неделю в Астане, сама я проживаю в Астане. Сейчас я, получается, Актобе, еще и Кустанай. Но на местах исполнительные директора, люди, которым я очень доверяю. Я знаю, что и мои глаза – это и глаза, что люди не обманут. И потом они, очень важно, преследуют ту же цель и мыслят так же, как и я, вот то, о чем я говорю, то есть это благое, это должно быть чисто, от чистого сердца, и тогда будет все получаться, но так и есть. И это видят родители, самое главное. Если бы родители это не видели... У вас хороший коннект с родителями? Хороший. Родители, конечно, бывают разные, тоже за 4 года каких только историй не было, но большая часть, конечно, мы стараемся с родителями дружить, очень стараемся их привлекать, призываем участвовать в школе, в жизни школы и спортивные мероприятия. А иностранцы у вас работают? Да, у нас в Актобе сейчас 2 экспата, в Кустанае 1. Сегодня у вас проходит воркшоп. Я посмотрела программу, я тоже вот прилетела не только интервью записать, но и в воркшопе вашем поучаствовать, да? И там самые разные люди, и банкиры, и бизнесмены. Для чего вы это делаете? Но мы себя позиционируем как площадка. У нас бизнес-образование, поэтому мне хочется, чтобы бизнес-сообщество знало, что в их городе, что в Кустанае, что в Актобе есть такая школа, которая обучает детей, ну и преследует цель дать навыки, да, о котором говорит наше государство. Создали целый Атамикен, да, они там обучают взрослых людей, начинающих там предпринимателей, а мы взяли на себя ответственность уже об этом разговаривать и обучать детей. Поэтому это, конечно, в первую очередь имидж, и мы заявляем. Потом, проводя такие мероприятия, нетворкинг. То есть мы сами знакомимся, мы получаем опыт, какие-то новые навыки, которые потом опять же передаем детям. Ну и, честно сказать, есть такой у меня опыт, работая в университете, когда я привлекала меценатов. И меценаты участвовали тоже у нас в социальном проекте. Я всегда говорила, даже когда в университете, это не то, что у нас нет денег, это вы вместе с нами несете социальную ответственность. И вот буквально на прошлой неделе мы в Кустанае открыли 2 аудитории. Привлекли меценатов, довольно-таки крупные компании, холдинг «Алюрафта» и «Олжаагро», которые открыли нам кабинет робототехники, кабинет химии. То есть вот такое благое... В этой школе? Или нет, в Кустанае, да. То есть вот такой у нас... То есть это такой кабинет, где висит табличка. Да. Этот кабинет, да, создал «Олжаагро». Да, этот кабинет создал. Ну, слушайте, для бизнеса это тоже хороший, да, пиар. Я им говорю, вы понимаете? Их же, так сказать, будущие клиенты растут в этих школах. Да. А я же еще тоже финансист. Я говорю, у вас у всех заложены средства на маркетинг. Это тоже своего рода, говорю, маркетинг. У вас уже был выпуск 11-классников? Да. В КазГЮ в этом году будет, получается, 3-й. Мы в первый год, запуская школу, берем до 10 класса. Угу. Ну, потому что хочется хотя бы за 10-11 класс каким-то образом помочь с английским. То есть в этом году у вас, да, был первый выпуск? Нет, здесь это 4-й год. Угу. Здесь уже у нас было 2 выпуска. Угу. Вы изучали рынок Казахстана, вот где нехватка частных школ? Нехватка, ну, в Павлодаре, в Караганде нету. В Атырау есть частные школы, но мы прям проехали эти частные школы, и они немножко отличаются, конечно, от школы. Даже вот то, что мы делаем, они тоже, хотя, знаете, стоимость там очень хорошая, 220, самая дорогая школа в Атырау. В месяц? Да, но у них нет того сервиса, который, я так думаю, что они должны за эту стоимость давать. И я так думаю, что же даже зайдя на Атырау, мы тоже найдем и займем свою нишу. Вот поэтому в приоритете, почему эти города. То есть сегодня можно стать вашим партнером? Можно. Как? Можно. Я вот об этом сейчас везде рассказываю. И вот с Талгат Максутовичем мы это рассматриваем, если мы говорим, что мы работаем с университетом. Это в первую очередь можно рассмотреть франшизу, когда мы полностью сопровождаем в течение 3-6 месяцев. У всех сразу возникает вопрос цена. Цена здесь она не может быть установленной, потому что все зависит от контингента. Но я могу озвучить, что контингент 400-500 детей, стоимость франшизы будет от 25 миллионов.
роялти где-то 1,5 миллиона. Но опять же, ввиду того, что я финансист, я всегда говорю, мы же будем вам помогать составлять эту финансовую модель, и мы будем понимать, ну, насколько можно говорить о роялти. Может ли школа позволить ежемесячно 1,5 миллиона, или она может позволить 2 миллиона. То есть мы там полностью берем сопровождение, помогаем полностью в получении всех документов, в маркетинговой кампании, преподавательский состав. И вот в течение 3 месяцев запускаем, потом отпускаем, ну и всегда на связи в рамках франшизы. Также у нас есть предложение, когда мы заходим в соучредители через управление. То есть 10%, 15%, 20%, как договоримся, и вам ничего делать не нужно. То есть мы ставим вам бизнес, и вы получаете деньги. Это выгодный бизнес? Это выгодный. Выгодный, но он такой, самое главное, что он стабильный, и он в долгую. И, потому что качество образования не покажешь за год. Оно идет с нарастанием, но когда ты себя зарекомендуешь, как наш университет КазГИО, как Гарвард, да, который веками работает, и понимаем, что мы там качественное образование, оно чем дольше, чем, наоборот, дороже. Поэтому если грамотно все организовать, то на этом можно зарабатывать. В Астане когда будете открываться? Года через 3. Когда вот эти регионы захватим, о которых я говорю, потом придем в Астану, потом пойдем на юг. Надежда, спасибо вам большое за экскурсию по вашей школе. Было очень интересно. Спасибо за приглашение на воркшоп. С удовольствием выступила. И желаю вам удачи. Пусть у вас будет больше бизнес-партнеров. И я считаю, что бизнесмены – это очень крутая каста людей, которая просто поднимает экономику. Вне зависимости, это малый бизнес, средний бизнес, большой бизнес. Чтобы быть бизнесменом, конечно, это нужно иметь такой склад ума. Я думаю, что вы делаете очень большое, благое дело.